во вселенной грядет праведный суд. Все люди в страхе, люди трепещут. Ведь в этом мире никто не знает о том, что значит праведность, не знает никто. И когда придет солнце праведности, озарится восток, и вся вселенная вслед за ним, если люди и вправду смогут праведность Божью исполнять, то страшиться будет нечего им. Страшиться будет нечего им. Время наконец пришло, Бог начнет работу свою. Он будет править, словно царь среди людей. Бог вот-вот вернется, а затем Он покинет мир. Вот на что уповаю все. Бог позволит каждому зреть, каждому зреть, как придет его день, и в третий день тот в ликовании. Божий народ жаждет прихода его дня, прихода его дня, когда Бог как солнце праведности дарует людям место на
начнет работу свою. Он будет править словно царь среди людей. День тот в ликовании.